Чикаго, Сиэтл, Бирмингем там, и так далее, все знают эти города. Точно такую же роль сегодня может играть Екатеринбург. Это в первую очередь, конечно, экспо, это мировые события. И, безусловно, это приезд сюда людей, которые в мире достаточно известны, и их экспертные оценки. Что нужно делать, как нужно делать. Ведь учиться никогда не поздно, стыдно не учиться.